Всем привет, ребят. Ну что, вот мы на аккаунте прошлого победителя еженедельки. Поздравляю, у него аккаунт донатный, как оказалось. Вот видите, забрали разруху. 305, у него, кстати, что самое интересное, при таком донате, ну, видимо, умеренно донатил. Вольта не было. Забрали мы ему пак с вольтом, с плюшками. Вот так вот. Психощит сегодня дают, эмблемки, точнее не эмблемки, новые мешки, два пакта седьмых, еще и кулачки, вот так вот. Сейчас мы это все пооткрываем. Такс. Где там его герои? Сколько уже героев вышло после вольта. Так, отличненько. С этим мы разобрались. Вот так вот, с первым богом войны еще даже. Так, хорошо. Поехали дальше. Что у нас есть еще интересного? Первое выживание на разрухе. Тоже прикольно. А, разрухи у него тоже, кстати, не было. Это он сразу открылся. Так, смотрим, что у него по героям есть. Так, нету Некроса, Фрейка, Командора нету. Огника, Сурика, Арктики нету и Буги. Ну, в принципе, такое... Давайте сейчас акции позабираем. Дают у нас сегодня, расщедрились, двойную награду. Так, осколочки. И 1К кулаков. Отлично. У него как раз кгашек хватит, что по... Слизня мало, у него не сможет, он не успеет он прокачать. Так, поехали дальше. Психощит. Поздравляю, не знаю, есть у него, нету. Ну, плюс один во всяком случае. Так, дальше. Ну, камешек достали. 5 осколков нового героя и... Заклинательница, вот так вот. Вот так вот. Так, ну что, самики я ему сливать не буду. Аккаунты практически все герои есть. Там лучше пусть оставят на прокачку того же самого Вольта. Ну а мы с вами идем. Будем сейчас разыгрывать следующий еженедельный приз. И я с сегодняшнего дня поменяю условия. Вам покажу. Запишу, точнее, видео уже после атаки фортов, скорее всего, потому что она через час с условиями. Эти условия будут прикреплены на главной странице, то есть они будут действовать, пока будут конкурсы еженедельные. А все условия, как что делать, я вам расскажу именно там. Так, окей. Сейчас я ОБС-ку перенесу на второй экран. Так, у нас прошлая неделя закончилась на 172, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, вот 172, а то есть 173 по сегодня у нас будет. Какой там у меня последний был вчера, по-моему, 186, то есть 173-186. Так, это для ссылочки. Так, сейчас 173-186. Так, 173 видос, то есть следующий же видос выпал.
В принципе, как видите, 13 видео у нас получилось, поэтому довольно-таки вероятность велика. Так, 173, куча видео по обнове, поэтому не было возможности, не было времени заниматься. Возможность была, старался вам, деревня Вуду. 709 просмотров, поэтому тут сейчас налегке определим победителя, я думаю. Так, 64 комментария, есть еще непроверенные, поехали. Так, вот люди попали в спам. Посмотрим, сколько там всего человек. Нормально, кстати, человек в спам попало. Многие не знают, пишут, я в спам попадаю. Ребята, я всегда спам открываю. Так, опубликованные есть деревня Вуду. Сейчас я. Открою еще разок. Проверю, сколько там моментов открыла. Было 64. Вот у нас уже 123 комментария есть, 173 видос. Так, хорошо, копируем ссылочку на видео полную. Как рандомайзер требует. Поехали. Вот 173-е видео. Тигр. Ну, красавчик. Поехали еще разок. Тёма Бондаренко. Поехали, смотрим его канал. Вот так вот. Следующий. Влад Вдовиченко, Spikes Today. Ехали, смотрим видео. На этом канале нет видео канала, нет ссылок. Ну вот так вот, ребят, я уже показывал не один раз, что надо сделать. Запишу вам еще раз. Должны быть Алмаз Юсупов, связь и репост там же, смотрим. Дальше. Так, Серхио PCS. Стилега, репост, Витер. Это, конечно, весело. Так, репост, Витер. В принципе, есть, отлично. Есть деревня Вуду. Так, открываем канал. Надо начинать все-таки с канала изначально. Все, вот видите, человек правильно делает. Зайдем в видос, глянем. 173-й деревня Вуду есть. Красавчик. Такс. Подписки смотрим. Подписка есть. Ну что, поздравляю.
свяжусь с тобой в телеге. То есть парень выполнил условия. Сейчас мы проверим на спам его. Думаю, спам вряд ли есть. Так, комментарии к видео. Ой, не скопировал правильно. Так, есть. Ну, сейчас еще так вот проверим. Хотя, в принципе, какая разница по ссылке, думаю, так что так оно бы нашло. Да, один и тот же. Все, в принципе, он все условия выполнил. Свяжусь с ним уже в телеге. Поздравляю. Такс. Сейчас закрою вам. Экранчик. В общем, ребят, ждите, будет видосик. Я ему сейчас отпишусь. Отдельный видос по поводу конкурса на моем канале. Будут изменения, там я все постараюсь вам показать. Ничего сложного как бы в условиях нету. Кто хочет, тот и выигрывает. Так, есть он. 44 минуты назад был. Сейчас вам даже так открою экран, чтобы вы видели, что я с ним связался там, потому что многие пишут: подстава, подстава. Ребят, подстава есть у других там ютуберов, там разводники, у меня все как бы делается открыто, честно, поэтому это ваше желание участвовать, не участвовать, выбор лично каждого. В принципе, с этой недели мы закончили. Ждите видосика, и после него уже будут там изменены правила проведения конкурсов, которым, я надеюсь, вы под которым оставите там свои пожелания, возможно, еще что-то поменяем. Даже не так, лучше под этим видосом напишите, что вы хотите, перед тем, как я буду записывать следующий видос с правилами, возможно, что-то интересное придумаете. Ежемесячного огнекрыла решил не разыгрывать, потому что, ну, честно говоря, смысла никакого нет. Один победитель, там куча нытья, куча всего. Мне проще сделать за этого огнекрыла там 3-4 разных человека, чтобы было больше людей, я считаю, это так. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ждите видоса. Сейчас будет скоро атака фортов. Всем удачи, всем пока.